Несмотря на предпринимаемые профилактические меры и информирование населения об опасности выхода на лед, граждане пренебрегают мерами предосторожности, тем самым подвергая свою жизнь опасности. С начала этой зимы в период краткосрочных заморозков были зафиксированы 5 случаев провала людей под лед. Один из них – ребенок. Вчера в Калининграде на Верхнем озере человек провалился под лед. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Инспекторы центра ГИМС в спасательных гидрокостюмах с использованием конца Александрова вытащили пострадавшего и передали медикам.